Целью конференции «Гражданская война. Вызов общественному порядку и модели примирения» было теоретическое осмысление и практическое рассмотрение сложных, неоднозначных вопросов о событиях войны. Обсуждались вопросы не только потери и разрушений данного события, но и его воздействия на регионы. Мой доклад был об уровне жизни населения города Тюмени в годы гражданской войны. Я акцент сделал на конечной стадии гражданской войны, то есть события 19-20 года, когда уже сюда пришли вновь Красная Армия, установилась советская власть. Благодаря кропотливой работе с архивами, а также гостям из-за границы дальнего зарубежья, такие мероприятия определенно приносят свои плоды. Даже спустя 100 лет после начала гражданской войны все еще есть что обсудить. Изучение истории дает нам хоть какие-то представления о том времени. Можно хоть немного предугадать, что будет дальше, и не повторить те же события, что были тогда. Участниками конференции выступили преподаватели Тюменского госуниверситета, сотрудники научно-исследовательских организаций, музеев, архивов, библиотек, журналисты, политологи, социологи, представители общественности и другие заинтересованные лица. Александра Романова, Яков Свернов, специально для Евразион ТВ.